День. Духовка KitchenAid. Ой, извините. Она же Whirlpool. Так что ж с резкостью, как всегда. Случай, когда была сама очистка духовки, выбыла предохранитель, духовку все вырубила, а духовка осталась открытой. Что делать? И у вас, я хочу напомнить, что вот здесь вот оно прикручено. Вы духовку не можете ни вытащить, ничего не можете сделать. Нужен вот такой вот проктологический инструмент. Ой, извините, я сказал слово проктологический. Не, ни в коем случае. Зубной. Шутка. Обыкновенный инструмент. У нас здесь есть такой крючок. Смотрите, я вам показываю. Вот крючок вот так вот у нас закрыт полностью будет. Нам нужно будет, смотрите, я показываю. Вот так вот. Вставить. Повернуть. Это двинуть. И крючок у нас отщелкивается. Вот таким вот. Тот крючок отщелкивается другим крючком. Ну, вот так вот. То есть, я к чему? Без такого вот инструмента, загнутого, хорошо, вы не сможете починить и ничего сделать. То есть, если она у вас захлопнулась, то все. И вы не можете получить доступ, потому что она у вас прикручена. Вот такая вот система. Вот я вам еще раз показываю, как он выглядит. И вот этой вот штукой вот так вот вставили и отодвинули. Все. Он отодвинулся, отщелкнется, и вы можете им пользоваться. В принципе, все просто и хорошо. Все, всем спасибо, хорошего дня, пока.